Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш Игра, у нас Clash of Kings. Итак, друзья, прежде чем начать, у нас по традиции, по нашей новой ковка, зарядим с вами, давайте, покровителя. Особо нам ничего не нужно ковать, посмотрим, что нам вылетит. На будущее, мало ли там, события будут снова в кузнице, поэтому будем использовать. Рыжик, ну ладно. Итак, ребят, что хочу сказать. Прошло у нас КВК, КВК мы отыграли. Кстати, КВК мы, ребят, выиграли. Все этапы полностью вытащили на изи, кроме одного. По фазе науки королевство против нас было 201 и 1624. Королевство старое, довольно-таки слаженное, много людей, поэтому в науке мы проиграли. Все остальные события мы затащили. Конечное событие в субботу. Сейчас покажу на экране. Вот так вот мы закончили, отличились все у нас, конечно, Муэрта бил, он в соло и много на катапультах снимал, и в принципе замок у него очень сильный, и для таких игроков это событие было просто как лакомый кусочек, я считаю. Ну и в принципе все остальные игроки, кто у нас играли, отлично себя проявили, всей нашей команде огромное спасибо, ребят, молодцы, надеюсь, будем продолжать топить и давить всех в таком же духе. Соперники у нас 201, 39 звезд, 1624, 33 звезды, и мы вот сейчас уже 29 звезд, у нас было 28, затащили полностью КВК. Вот как-то так, друзья. Переходим обратно в игру. Мое мнение, ребят, по поводу КВК, однозначно, да, там ребята спорили и возмущались, что типа золото убрали, да, золото присыпало нам, не слабо, я считаю, нормально за КВК нападало. Плюс гербы также никуда ничего не исчезло. Так что считаю, что награды на КВК более чем достойные. Все нормально. И игроков, кто играет, они по-любому, я думаю, устраивают. Я считаю, что очень все отлично. Вот это КВК было тестовое. Все войска были ранены. Конечно, есть в этом плюсы, есть минусы. Минусы в том, что, ну... Точнее, минусов особых, ребят, да и нету, в принципе. Воевать... Порасслабляться, многие ралли принимают. В ралли ребята не боятся послать хорошие войска, потому что все можно вылечить, в принципе, все круто. Есть одна проблемка, это мифрил. Последнее время с ресурсами есть у нас проблемы у всех, в принципе. Не только у меня, я считаю, а и у вас. Именно у боевых игроков, кто играет, я думаю, с этим сталкиваются, что не хватает некоторых ресурсов. И также очищенное железо. Так что копаем, ребят, во всех событиях, собираем ресурсы. И по итогу потом всего это дело вы можете добывать для себя ресурсы и воевать на КВК в полную силу. Так сказать, я вышел на КВК, у меня было 450 тысяч очищенного железа, я все потратил. Потом еще на событие двойной подарок я покупал 7 пакетов за 1 доллар, чтобы из сундуков вытащить еще железо, потому что не мог лечиться. В итоге где-то за все КВК у меня улетело в районе 700 тысяч. Но я... довольно-таки грамотно воевал, и первую пачку много потерь своих раненых я вылечил навыком третьей звезды на священнике. В принципе, вышла мне она бесплатно. Вот как-то так. Считаю, что событие просто пушечное. Надеюсь, что игра будет развиваться в таком же контексте и продолжать нас радовать. Теперь бы еще что-то с жилы бы сделали и с морем было бы вообще прекрасно, потому что пока что эти события немножко отстают, и хотелось бы там, ну, больше экшена, больше, так сказать, стремление для игры людей, чтобы там было больше событий и так далее. И также хочу попросить разработчиков, чтобы они что-то сделали вот с этими коробками, чтобы больше ключей этих падло, чтобы их открывать также вот с этими коробками, сундуками, чтобы все это дело мы могли открыть быстрее. Дайте какой-то способ на эти ключи, вот на эти сундуки. Упростите, так сказать, доступ. Также прошу, чтобы нам открыли... Так, секунду, вот эти вот коробки, чтобы была возможность открывать, потому что ключей нету на самом деле, куда их солить у всех, по-любому у всех их куча, просто миллион этих коробок, поэтому прошу, чтобы это дело нам подправили. Так, также, друзья, я бы хотел дать совет всем игрокам, вот у нас событие вот это появляется, общее расширение карнавала. Сейчас не особо актуально тратить все эти моменты и проходить здесь эти события из-за того, что вот эти награды добрать, ну, забрать они не особо нормальные. Потому что этот Оливан, этот рыжий вас особо не спасет. Но, друзья, не забывайте проходить хотя бы на 8 ячеек, чтобы забрать 1000 карт вот этого вот деда старого, да? Потому что
Дед этот пушка на самом, друзья, деле. Если вы обратите внимание, что этот дед вообще делает, сейчас на него карты купить не представляет возможности, но со временем каждый, так сказать, задрот сможет себе собрать этого деда на максимум. У него третья звезда нам дает 80% прироста к сбору в море ресурсов. Это у вас, допустим, вы собираете 5000, будет еще больше на 80%. И здесь вот то же самое, это четвертая звезда, белое золото уже добавляет. А последняя звезда, я не знаю, сколько там карт нужно, вообще даже не представляю. Наверное, там 1060 надо, скорее всего, потому что, судя по... Да не, наверное, стопудово. На вторую звезду, на третью звезду надо 15, на третью 30, на последнюю 60. Возможно, конечно, разработчики еще в какие-нибудь события эти карты добавят, было бы неплохо. И здесь у нас каждые 20 часов можно будет получать 75 тысяч камня черного золота. Это вообще, я считаю, очень круто. Можно все постройки будет быстро вообще зашарить. Да каждый день 75 тысяч этого камня будет сыпаться. Это плюс как фонтан целый. Так что не забывайте это событие делать, а все остальное, я думаю, лучше, ребят, тратить теперь на КВК, потому что темное белое золото собирается не так-то уж и быстро. И если вы хотите вырваться в топ, то делайте все грамотно и правильно. Так, еще секунду. Также, ребят, хотел вот по поводу вот этого события высказаться немного. Кто донатит, ребят, вот это событие довольно-таки стоящее. 999 рублей покупаете и можете собрать, ребят, отсюда магию. 20 магий золотых. Считаю, тоже неплохое вложение. Плюс 240 тысяч золота надо на все это дело. Вот, я пока для себя не брал, но, ребят, у кого есть проблемы с магией, вот это событие я вам рекомендую. В принципе, тут и неплохо сыплят по кристаллам, по очищенному железу и камни науки насыпают. Плюс сундуки, эти книгу лета и весны качать. А также карты золотые дополнительные, как они правильно называются, доказательства выдающихся людей. Ну, короче, вы поняли, да, для новых героев, чтобы их забирать. В принципе, достойно тоже событие, 240 золота, всего, вся его цена и 900 рублей, короче. Ну, естественно, через Пакистан, там, Нигерию, это все дешевле практически в два раза. Так что, ребят, кому надо, те делайте. У кого особенно с магией есть проблемы. Вот, в принципе, по всем этим событиям, в принципе, все, ничего не могу сказать. По поводу КВК. КВК прошло вообще, ребят, в принципе, четко. Сборов было просто тьма, но у меня пропали все отчеты. Вообще, я вчера хотел ролик сделать, вчера было воскресенье, но я не смог ни хрена, у меня не было отчетов, потому что, ну, тупо их нету. У меня за все КВК было больше 50 отчетов на моем замке, а их нет. Они тупо испарились все отчеты, которые у меня были, их просто нету. Я не понимаю, как так произошло. Вот у меня остались все последние отчеты, уже перед сном мы колотили, без бафов, без всего, бил я телегой. Вот, тут такие вот результаты. Урон осадных орудий, 94, здоровье, 765, ну что-то такое. Телегой бил Клеопатрой, также я бил конями, вот еще одно ралли. Результат такой. Ну, конечно, результат хороший, но в принципе... Это уже без бафов под самый вечер. Тут время можете посмотреть. Видите, 22:45. Давно-давно все уже было потрачено. Так. Ралли было очень много. Покажу вам, ребят, еще некоторые отчеты. Это вот с Муэртом мы били по замку Ран. Здоровье кавалерии 947. Ну, это у нас, видите, смешиваем мы постоянно кони с телегой. Но если бы на один вид войск все выдвинуть, были бы вообще проценты лютые. А так пытаемся более-менее балансом двух войск колотить. Телега с конями. Вот еще от меня ралли на 302 миллиона. Тоже снова телегами я бил. Ну, это замок вообще не сильно поймали его штурмом. Вообще, из-за того, что... Так, секунду. Из-за того, что, ребят, отчетов у меня нет, очень удобно их так все рыскать, смотреть, поэтому, блин, и материалы я снимал, тоже у меня столько много всего было, но что-то я не знаю, то ли у меня с телефоном что случилось, то ли что. Короче, у меня нету на телефоне нифига, ни скринов, ни роликов, ни в самой игре ничего нету. То ли настройки слетели, то ли что. Короче, бред какой-то. Первый раз у меня такое. Вообще никакого материала нету от КВК, как будто я не играл. Хотя всего столько было, что капец, все и не перечислить. Там на 10 роликов вперед. Вот, как-то так. Но есть у ребят отчеты обороны.
неплохие. Опять же, мы защищаемся на Джудит, все стараемся в основном через коней. И на конях держим все ралли вообще. Что бы ни летело, принимаем на конях. Если, ребят, вам интересно разбор отчетов по обороне, потому что, ну, в ралли что смотреть там, ну, бьем мы, убиваем, бьем, убиваем. В смысле, ничего нового мы не расскажем. Вот именно оборона. Могу чем-то подсказать, посоветовать на примере своих игроков. Если, друзья, вам интересно, обязательно пишите в комментариях ваше мнение, о чем бы вы хотели посмотреть ролики на будущее. И я буду заниматься. Сегодня у нас понедельник. На всю неделю можно что-то распланировать. Каждый день буду выпускать по какому-нибудь интересующему вас ролику. На этом все, друзья. Пишите обязательно комментарии, так сказать. Давайте связь налаживать. Я буду уже заниматься. Всем спасибо, всем удачи, друзья. Пока.